У меня вопрос касательно жесткости, касательно вот этого тонуса психического. Да, вы очень жесткий, твердый такой человек, принципиально, по природе. Это нормально. Спасибо, да. Это помогает в работе, во всем. Надеюсь, что так. Как научиться, понимаете, приходить домой? Понимаете? То есть мне, я полностью... Приходил. Женщина, оценили очень ваш вопрос, очень. Им очень понравилось, они все вдохновились очень сильно. Приходить полностью с работы, не оставаясь там тотально, понимаете, да? То есть жена должна помочь. Попросите ее помочь, чтобы она помогла. По поводу Божьего... Ну, картинку у мужика, семейную картинку включает жена. Она должна пощелкать перед глазами, как ну, что-то делать, чтобы у него... Потому что мужчине очень трудно переключиться, это факт. Мужчина приходит домой, она говорит, ты меня заметил или нет? Конечно, нет. Ну что там, то есть он не может сразу. Его надо потихонечку как бы обрабатывать. Пришел домой, обняла его. Раз, как бы, сначала под душек, чтобы он там обмяк немножко. Потом накормилась и посидела с ним, накормила его. Обработала чуть-чуть его лаской, вниманием. А потом, когда он чуть-чуть поел, после этого раз уже, чик. Вот теперь он уже вас видит. А до этого не видел. И женщина на пороге как бы спрашивает, ты чего мне не улыбаешься? Он еще домой не пришел. Мужик очень, он очень трудно меняет, как бы он там в работу въехал весь, а потом назад въезжать домой, ему очень сложно. У него психика в этом плане очень тугая. Просто серьезные уроки очень прохожу в материальном плане. И жена обижается, да, сильно, то, что не заметил ее как чаще, надо. Чаще понимает, но... Тяжело ей. Ей тяжело, конечно, я же вижу, что вот она вот... А вы играете в то, что вы как переключились? Допустим, пришли домой, раз ей, ой, моя дорогая, уже переключился, все, а вы сами еще на работе в это время. Но вы играете в то, что как бы переключились, все нормально. А не заиграюсь? Нет. И игра – это важный аспект личной жизни. Запомните, люди часто слишком серьезны в отношениях. Игра нужна именно для любви, игра – это и признак искренности. Для любви, когда игра – это признак искренности. Вот, допустим, я, допустим, не такой человек, но я себя веду так, потому что так надо. Это игра называется. Но это игра для любви. Ой, как тяжело в одуванчик играть вот вообще. Я вообще громко... Точно, мне тоже было тяжело. Так вот, тяжелее. В одуванчика очень тяжело, серьезно. Да. В одуванчика вообще. Ты думаешь, блин, да что же мне теперь же, как мне жить вообще? Из меня вообще жена уже сделала как бы одуванчика. Спасибо. Можно еще вопрос? Вот, а потом, когда видишь, она как рада, что ты одуванчиком стал, думаешь, ну ладно, ради этого можно. Потом и на работу не хочется уже идти. Ну, опять придется переключать уже, что делать. Переключатель включать придется всегда в жизни.